Молодцы, кто-то сразу же поставил джип. Фазер стоит у нас, миниганчик стоит, все, теперь все будет в ажуре. Что тоже с Зедом, обалдеть, будет весело, чувствую. О, у меня даже эльф попадает, смотрите, на границе стоит. Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в мой любимый Tower Battles в Роблоксе. Играем вместе с подписчиками. Так, быстренько воткнем фермерскую, ферму раз, и апнем ее. И глянем, что будет происходить. Так, еще вижу, кто-то фармит, фермы тоже быстренько воткнули. Так, ну, чем хорошо, у нас есть джип. Молодцы, кто-то сразу же поставил джип. Так, глянем там, что у соседей. Так, я играю в команде красных, и играем против команды синеньких. Ну что, ребята, что у вас там есть? Так, у них тоже есть джипы и тоже есть фермы. Ну что, все по классике, да? Ну все нормально, думаю, будет весело. Так, какой у меня план? Я сейчас поставлю, наверное, эльфа в помощь максимально. Он будет сплэшить, сплэш уроном будет бить очень хорошо мелких мобов. Дальше поставим 5-6, наверное, ферм, их проапаем. И будем следить по ситуации, смотреть. Либо я поставлю Зеда, если мне хватит денег. Если не хватит, то подешевле, и 3200 есть фазер. Но фазера нужно поставить на 17 волне, когда пойдет босс номер 2, у которого 1600. Да, по-моему, 1600 жизни у него. Вот примерно такой вот план. Так, ну чё, я могу апнуть? Нет, я хотел эльфа апнуть, но думаю, не стоит. Потому что у нас едет джип, и джип уже тем более второго уровня. Я лучше сейчас проапаю свою ферму. Где моя ферма? Она стоит наверху, решил ставить. Ну ладно, 550 надо налейку накопить. 550, полить наши кусты, чтобы начали бабосики на них расти. Пока только не вижу. Где бабосики? Вон они, там внутри растут, цветут. Так, 550, все, ферму покупаем. И сейчас нужно глядеть в оба, только аккуратно. О, нифига себе, да у нас тут девчуля. Точно, девчуля в нашу команду попала. Привет, будем ее защищать. Тоня Аст. Так, ладненько. Эльф у нас хорошо стреляет именно в этот, в толпу. Он снимает по двоечке, по-моему, по два урона, но у него сплэш урон большой, поэтому он всех задевает. Так, 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 так. Две фермы. Наемник. Окей. Ладно, пока живем. Пока живем, глянем, что у соседей. А у соседей у нас... ферма раз. О, вау, 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 вау. Они тут что-то вообще ферм наплодили. Куча ферм у них и один же пай. А кем вы будете тут тащить, ребята? Будете палками закидывать мобов-то? Ха-ха. Так, вам, ну ладно, сейчас пройдет волна, им эта куча ферм принесет, типа, куча бабла, и они тут все понаставят. Ну, я надеюсь, так. А то, когда начинают просто тупо все фармить, начинается печалька. Так, вот, принесло, и сейчас они должны кого-то поставить. Так, у них уже, кстати, жизни отнялось. Они восьмерых уже пропустили. Ну, точнее, кого-то, наверное, двух вот этих нормалов. 2 по 4, 8. Сейчас еще оставшихся пропустят, если фармить будут дальше. Так, а джип-то у них хоть второго уровня. Да, джип хоть второго уровня. Он сейчас выйдет, их мелочевку эту подавит. Но сейчас будет вот этих тяжело давить, которых по 16 жизней. А, вот они уже даже почти дошли. Так, а я могу ферму апнуть, кстати, свои. Так, 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 отсюда добегу, ферма. Наводись. Опа, удаленно. Апнули ферму удаленно. Ха, прикольно. Так, ладно. Что-то я за сосед... как обычно, за соседей переживаю еще больше. Так, 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 сколько их идут? 4 штуки. 1, 2, 3, 4, да. Ребята, держитесь. Хватит фармить. Ну-ка, булочки свои напрягли. А, все, у них второй джип, но он пока еще первого уровня, да. Джип первого уровня. Бенч, бенч, бенч. Попропускали, еще 49 осталось. Обалдеть. Зато ферм куча, да? Вот почему я говорю. Лучше не сразу фармить, а смотреть внимательно. Всегда нужно подстраховываться. Так, у нас идет уже, кстати, первый босс. Так, ну, джип же у нас второго уровня. Да, джип второго уровня. Два раза это 160. Ой, 120. Все нормально. Здесь мы забодаем. Я не переживаю. Я теперь переживаю за соседей. Так, вот эту толпу ему убить. Вот эту толпу ему убить. Еще и босса убить. И что, они все фармят до сих пор, что ли? Да, они все фармят. Апают свои фермочки. Ну ладно, наверное, у них какая-то тактика. А, все, уже два джипа второго уровня.
Но что-то будет тяжко, вот это, кем они будут толпу забирать-то, а? Сейчас прошу, фармите. Ладно, надо, кстати, фермочку апнуть, мы сами сможем, нет? Так. Да, вроде бы как бы сможем. Ага, кого сможем? У меня же уже апнута она за 1000. Я хотел за 1000 апать ее. Ладно, давайте поставим тогда еще одну. И проапаем ее максимально. За 1000 маленько не хватает. Так, они видимы, кто у нас. Ну, джип задавит. Как раз 60 жизней у него. И их идут... О, так он видит невидимых, оказывается. Прикольно, наемник он их видит. Все нормально. Пусть все пучком. Так, за 1000 апаем. И он сейчас их задавит. Да. 11-я волна. Их 4 штуки. Они уже тут покоцаны. Сколько у него жизни еще осталось? У него сейчас 40 жизней осталось. Так, а все, сейчас я пока фармить прекращаю. Так. Мне нужно, конечно, накопить сейчас что? На фазера бы 3200. Ай-яй-яй-яй. Что-то тоже будет все чувствовать тяжело. Так, этих мы завалили. Вот сейчас эльф будет стрелять по боссам в толпу, а наемник стреляет по одному только. А что у него на голове? Торчишка натает. А, это у него типа наушники так торчат. Думал, дырка какая-то в голове. Так, 1800. Нет, я могу еще одну третью ферму поставить, но пока этого делать не буду. Все, наконец-то они нафармили. Они, короче, на миниганчиков фармили деньги. Все, миниганчика поставили, пускай стоит. Так. Еще куча невидимых, кстати. А, уже два миниганчика. Но вот его надо бы на третий уровень апнуть, чтобы он видел невидимых. Либо джипари их хотя бы, чтобы подавили. Но тогда джипари не должны втыкаться в боссов. Так. Вот они максимально затаранили. А, у них уже три джипа, что ли. Даже четыре. И все второго уровня. Второго. Все, нормуль. Зря переживал, все у них чики-пуки. А у них все пучком. Так, ладно, я ставлю своего первого фазера. 3200, ну. Так. Куда-нибудь его посередочке. Да, вот сюда вот, где он пускай стоит. Так, а теперь можно уже еще и третью ферму поставить. Фазер стоит у нас, миниганчик стоит. Все, теперь все будет в ажуре. Ставим ферму, апаем ее. На третий уровень, на четвертый, конечно, не хватает. 1000, ой, у меня всего 100. Ой, мамочки, маловато будет. Ладно, Файзер. Ну, Файзер плохо справляется с мелочевкой. Он должен разогнать свой урон. Он хорошо справляется с боссами. Сначала по 2, потом по 4, по 8, там, по 12, по 16. И постоянно в секунду свой увеличивает урон. И чем выше его апаешь, тем больше он этот урон как бы делает, и тем быстрее он разгоняется. А, еще и радиус обзора у него очень большой. А, кстати, давайте-ка я, наверное, лучше поставлю командира сейчас куда-нибудь сюда. Мы отведем, да? Пускай будет командир у нас. И апнем его на второй уровень, чтобы у него был и радиус обзора больше у юнитов, которые рядом стоят, и чтобы была... скорость перезарядки на 20% больше. Ну, 600. Не могу пока поставить. Все. Так, нет, давайте я фермочку апну. За 1000 могу? Могу. О, у меня еще осталась дача. Все отлично. Ставим командира в серединку. И апаем его за 850 пока нету. Так, самое главное, чтобы теперь этих боссов не нарожали. Ой, мамочки, уже два босса родилось. Так. Только больше, пожалуйста, не надо. Так, одного босса, что мы быстро так завалили. Все, второго что ли тоже уже шатали? Нормуль. Так. Фазер. Нажигай, он даже не успевает разогнаться. Еще один босс. Еще один. Мамули, караули. Не, мы с ними как бы справимся. Все, два босса, короче, идет. Это не так много. Так, что, давайте ферму поставим. Нужно всегда смотреть, где можно пофармить, а где нельзя. Ой, здесь у нас лес. Ёлы-палы, столько деревьев. Так, что у них? А у них тоже все нормуль. Миниган. Ну, у них нету никого, кто сплэшем стреляет, да? Да, миниганчики. Три миниганчика и один фазер. Ну, что, прикольно. И четыре джипа. И куча ферм. Я чую, будет весело.
Ну, хотя бы до 30-й волны мы должны дожить. Самое главное, чтобы не было бага опять. А то с этим багом на 30-й волне постоянно случается печалька. Так, ну чё, 4 фермы есть. Пятую поставить. Либо посмотрим пока. Нужно очень аккуратненько. Так, сейчас 17-я волна. Сейчас, кстати, пойдет босс 2-го уровня, да? И вот из этих мистеришек тоже сейчас босса лучше, чтобы не повываливались. Вот мелочевку можете рожать. А боссов, пожалуйста, не надо. Так, два босса идет. Некромансер и босс 2-го уровня. Да, все верно. Память мне пока не подводит. Не извиняюсь. Так, что там у соседей? Они пока не апнуты. Да, пока не апнуты. И фермы 4-го, 3-го. Короче, 5-го уровня тоже пока нету ферм. И здесь тоже 4-го. Да. Здесь у нас тоже все 4-го. Нет, не все. 3-го, 4-го уровня. И у меня 4 фермы 4-го уровня. Так, ну что, давайте тогда с этим-то мы точно расквитаемся. Давайте я поставлю 5-ю ферму. До 1000 ее догоним. Да, догоним. До 4-го уровня. И уж ладно, поставим 6-ю. До пущего всего. И сейчас начнем их апать все. 6 ферм 5 уровня будет получаться сколько? По 1500, если каждая 9000 будет приносить, да? Примерно, да, каждую волну будет 9000. За 10 волн будет 90000. В принципе, нормально, можно уже будет полноценно проапать Зеда на 5 уровень. Вау-вау-вау! Ну чё, вылазим? Чё у нас, затишье перед бурей? Где эти товарищи? Посмотрите, вон там где-то они. В темноте готовят атаку. Так, за 1000 апаем. Все, у меня 6 ферм 4 уровня. Так, для сплэша эльф есть. Миниганчик. Два миниганчика у нас. Один фазер. И командир их бафает. А, я ж командира хотел еще апнуть. Ёлы-палы, забыл командира. Все, точно. Все, теперь они апнуты. Видите, уже появилась и молния, и глаз. То есть это скорость перезарядки и увеличение дальности обзора. Вон у фазера он. Первого уровня, зато уже все уголки захватывают практически. Ладно, сейчас будем смотреть. Главное, очень аккуратно. Если будет все нормально, тогда я начну апать фермы свои на 5 уровень. Потому что сейчас они 4 уровня приносят по 500, а 5 уровня будут приносить по 1500. Пока все спокойно. Пока я себя уверенно чувствую. Так, сейчас вот глянем. Если тут сейчас ничего не пойдет такого жесткого, то что, может быть, и на эти деньги лучше проапаю фазера. Не, пока я думаю, все нормуль. Так. Босс, давайте я апну одну ферму. Ферму мы апнули. Сейчас будем смотреть, ждать. Ну, вот с этой толпой нормуль. С ними расквитается хорошо, без проблем эльф даже. Он по двоечке снимает, но зато как бы это. Сплэш уроном он очень хорошо выносит эти мелочевку. Сейчас вот, кстати, пойдут уже боссы, скоро 3-го уровня. Нет, еще не скоро. 20-я волна только. Так, ну что, еще ферму апаем? Да, апаем еще одну ферму. У меня уже две фермы на 5 уровень. Так, и у нас еще одна, кстати, ферма есть, тоже 5 уровня. Это хорошо. А у соседей, воу, мамочки, у них вообще куча. У них еще и Z уже появился, обалдеть. А, они продают, короче, эти, джипарей продают. Good Game продают, да? Продают джипарей. Так, а у меня получается Z-то есть, я могу его тоже поставить, но я пока не буду. Вау, нифига у них сколько фермы, как они так быстро нафармили-то? Зато вот они и потеряли там маленько. Так, давайте-ка я тоже апну ферму. Так, ферму апаем. И сейчас, наверное, глянем. Апнуть все-таки может быть уже и фазера, либо Z-а поставить. Но пока вроде нормуль. Так, у нас командир 2-го уровня. Да, 2-го уровня, все правильно. Z, конечно, пока не с первого. Так, уже два босса идут, обалдеть. Так, нет, давайте-ка я проапаю. 2600, все, я проапал. И теперь уже апну ферму. Вот так, все, нормуль. И еще 2000 у меня осталось. Так. Тут нажигаем. Невидимых. Сейчас невидимые. Сейчас давай. Эльф, разворачивайся, стреляй вот сюда, чтобы невидимых как можно больше зацепить. Пока он по боссам стреляет, он еще... Вау, у нас тут Хайден босс еще появился. Так. За 4800 нужно срочно апнуть. 800 жизней, да? И этих двое. Но эти-то медленно идут, боссы 2-го уровня. А Хайден босс идет очень быстро.
Так. О, у нас уже Z появился тоже. Что тоже с Z? Обалдеть, будет весело, чувствую. Так, угу. Нет, тогда нормуль. Не буду я ничего апать. Я, наверное, сейчас накоплю денег на ферму. 4000 успею. Раз и два. Все, у меня 6 ферм. И все они 5 уровня. Все, про фермы мы забываем. Что мы тут будем делать теперь? Наверное, будем ставить Z, да? Давайте тоже поставим Z. Хотя у нас уже двое их есть. Может быть, мне лучше проапать фазера, чтобы вот этих толстых боссов как можно быстрее валить. Потому что Z-то они втыкаются вон. А, 8 жизней еще осталось. Обалдеть у него. И у этого 1000 на 700 и 300, да, осталось, получается. Да, все, мы его вообще полностью катали. Ушатали. Так, 5 уровня уже миниганчик есть у нас, это хорошо. Но я все равно хочу фазера как можно быстрее. Раз. И... Нет, давайте мы поставим теперь Z. А Z мы поставим вот сюда, рядом с командиром. Чтобы он его тоже апал. Видите, он тоже Z апает. У него радиус обзора появляется больше. Где наш Z? Вот и наш. У него радиус обзора больше. И он спавнится быстрее на 20%. Это очень хорошо. Так, все, Z едут. Все нормуль. Теперь, наверное, я накоплю... Так. Либо на фазера 14600, либо поставлю еще одного Z. Не знаю, наверное, Z еще одного поставлю. Потом буду уже 15 тысяч копить. Глянем, что там у соседей происходит. О, у них мортира есть, прикольно. Ой, флеймер. 5 уровня уже. Так, рельса. Фазер 4 уровня, фазер 1 уровня, миниганчик. Нормуль. И проданные все у них эти. Джипы все продали. Так. 14. А, маленько не хватает. А, 5 уровня уже даже мортира. Мортира 5 уровня сносит по 50, по-моему. Если не ошибаюсь. Ай, 200 не хватает. Давай быстрее. Давай, моя хорошая. Ну, есть. Все. Фазер 5 уровня. Красавчик. Теперь буду ставить еще оставшихся Z. Еще 3 штуки сюда можно будет воткнуть. Их будет апать наш командир. У них будет радиус обзора больше и все. А что, кстати, где Z? Вот сюда он зря ставит. Надо было сюда куда-нибудь вниз под командиров. Либо тут сверху можно было. Чтобы они были апнутые. Мы же командиры и чужих тоже апает. Так, 1700. 25-я волна. Куча ферм у всех, причем что у нас, что у них. Просто жесть. Одни леса, короче, тайга. Бенч, сколько денег сразу вылетело-то. Ладно, окей. Ну чё, 2 сможем поставить? Да, практически 2 сейчас поставим Z. Так, ставим первого. И ставим второго. Ну, точнее, это уже получается второй, это третий. Сейчас он маленько дальше проедет, чтобы они в кучу не шли. И раз, два, три. Всё. Ай, я опять все-таки в куче идут. Еще и с джипом. Короче, длинный поезд. Ладно, пускай идут. Так, все нормально. Да, более-менее все нормально. Так, ну что, я же еще Z могу воткнуть, да? Сейчас они проедут. Раз, два, три. Все, проехали. И вот, пускай еще один уезжает. Все, Z у нас. Раз. Еще один. Пятый. Это шестой Z. И все, да? Да. 6 штук пока здесь у нас. Так. Давайте-ка я поставлю, наверное, еще одного фазера. Так, куда поставим его? Куда? Возле командира, где-нибудь. Вот здесь. Командир апает его. Да, командир его апает. Все нормуль, бапает. Так. 4800 не хватает. Ладно, хотя бы до 3 уровня вкачали. 27-я волна. Ну-ка, глянем, что там у соседей. Тоже все плотничком. Да, у них тоже все зачищены. Вау, уже еще 2 мортиры. Так, здесь 2, здесь 3 мортира. 3 мортиры и полностью они прокачаны на 5 уровень. Ну чё, красавчики, молодцы, мне нравится. Чувствую, будет весело. Может, мы таким макаром и дойдем до Войда. Самое главное, чтобы не было этого бага на 30-й волне. Вот еще сейчас 2 волны, главное пережить. На 30-й, на 31-м бывает, случается. Это очень печально. Так, ну чё, почти хватает мне... на аннигилятора, чтобы фазера на 5 уровень апнуть. Еще буквально 5000. Ну, сейчас вот волна придет. По 9000 мне приносит каждая волна.
меня 6 ферм на 5 уровень. Ну чё, где вы там? О, хайдены уже пошли. Точнее, не тогда шли. Ну. Давай, волна, я апаю. Не хватает денег. Денег дайте хоть чуть-чуть. Мне нужно 4500. 4500. А сейчас упадет 9. У меня будет сейчас 19. Да? Ну, 4000 ровно не хватает. Ну чё? Вот, 19000. Всё, окей. И апаем. Где? Файзер. Вот мой файзер. Опа, на тебе. Это же не мой? Нет, это не мой. Все правильно. Так, 4 моих зедом. Так, они все под баф попадают. О, у меня даже эльф попадает. Смотрите, на границе стоит. Ногами, вон он же, заступил ножками. Своими квадратными ногами. Вон он, заступил. Ништяк, даже эльфу перепадает маленько бафа. Так. Все, у меня 2 фазера. Еще одного, наверное, будем втыкать. И, конечно, будем еще одного втыкать. Здесь вот как можно ближе к дорожке. Вот сюда как можно ближе. И тоже максимально лапаем. Даже на 4-й не хватает. Так, 9000 будет. И все равно я не смогу на 5-й лапнуть. Ну, на 4-й хотя бы апну на следующей волне. Глянем, что там у соседей творится. Соседушки, как дела у вас? А что у них? Все тоже в ажуре. Все зачищено. Все ровненько. Все просто офигенски. Самое главное, чтобы не было бага. Чтобы они шли уверенно. Давайте, ребята, вылазьте. Я вылазьте оттуда. Жопками своими трясите, выбегайте. Мы вас будем нашпиговывать свинцом. Наши зеды готовы. Все, пошли. Все, вроде нормуль, дальше пошли. Так. Ну что, апаем на 4-й уровень фазера. И пока маленько подождем. Я сейчас, наверное, буду начинать зедов опять апать. Либо каждого на 2-й, потом на 3-й, на 4-й, на 5-й уровень. Либо проапать только одного зеда на 5-й уровень. Но это будет очень дорого и долго. Но все равно мы так, наверное, так и сделаем. Ну что, 14 тысяч не хватает. Самое главное только баг. Только не баг. Роблокс, не болей, пожалуйста. Ну что, у них же тоже все зачищено, да? Да, тоже все зачищено. Зеды идут. И все, и тишина, да? Ха-ха. Что, все, геймово. Доигрались. Эх, а так было бы интересно посмотреть, кто ж победит, а? Мне кажется, мы бы этого вшатали бы. Войда, да? Да, Войда бы, наверное, мы вшатали. Эх, печалька. Game over. Ладно. Опять на 30-й волне случился баг. Все, друзья, доигрались. Но было весело. Хотя бы до сюда дошли. 23 минуты досик шел. Обалдеть. Опять очередной баг у нас. Ладно, на этом буду закруглять. Но было бы интересно посмотреть, согласитесь, кто бы победил. Мне кажется, мы бы затащили бы Войда. И они бы затащили. Команды такие обе сильные очень. Да, мне кажется, бы обе бы затащили. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Всем пока-пока.